Всем привет! Вы находитесь на канале «Готовим с Натой». Сегодня мы с вами приготовим самый легкий, быстрый пирог с яблоками – шарлотка. Для приготовления нашей шарлотки нам потребуется 2 стакана муки, стакан сахара, кефир, ряженка, йогурт несладкий, что угодно, молочный продукт, стакан растительного масла без запаха, 3-4 яичка, 2-3 яблочка, ванилин 1 грамм, 10 грамм разрыхлителя. В емкость из-под миксера выливаем. У меня кефир. Выливаем растительное масло. Сахар. Добавляем яйца. И все это взбиваем. До растворения сахара. Затем высыпаем 2 стакана муки. У меня стаканы по 250 грамм. И все взбиваем. В нашу массу добавляем ванилин 1 грамм, разрыхлитель 10 грамм и заново взбиваем. После того, как мы замесили наше тесто на шарлотку, мы включаем духовку. Духовка у меня электрическая. 2 Т на верхней и нижней можно включать по отдельности, верх и низ. Выставляем температуру 180 градусов. Я включаю духовку вверх-вниз. У меня еще присутствует в духовке вентиляция. Вентиляцию мы не включаем. Для шарлотки нам включаем потребуются просто яблоки. Яблоки любые. Лучше кисло-сладенькие брать. Разрезаем яблоки. Вырезаем сердцевину. Можно почистить от кожуры. Можно не чистить. Мы чистить не будем. И разрезаем вот такими дольками. Нарезали мы наши яблоки. Мы берем форму. Я дно формы выстелила пергаментной бумагой. Форма 28 сантиметров у меня. И наше тесто выливаем в форму. Немножко встряхнем и выложим наши яблоки в произвольной форме. Вот такая получилась у нас шарлотка. Теперь мы ее ставим в духовку. На 40-50 минут, в зависимости от вашей духовки, сами смотрите. Прошло 45 минут. Наша шарлотка готова. Вынимаем ее из духовки. Вот такая она золотистая у нас получилась. Выключаем духовку. Даем ей остыть минут 10 и будем извлекать из формы. Мы с вами приготовили вот такую шарлотку. В меру золотистая, не пригорела ничего нигде. В меру сладкая, будет пропеченная. Просто она еще тепленькая, поэтому не разрезаю.
всем, кто досмотрел это видео до конца, большое спасибо. Заходите чаще на канал, смотрите разные рецепты, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь, пишите комментарии. До новых встреч!